Всем привет, с вами Доки Трэш. Сегодня мы играем в Детройт. Become Human, или как она там правильно называется? Я по-английски не шарю, короче. Вот, в общем, мы играем в Детройт. В ту игру, которую я хотел, блядь, все время поиграть, никак не мог. И думал, что в нее хотят играть, что за херня? Оказывается, охеренная игрушка. Я даже уже прошел первую главу. Но мы попробуем ее пройти еще раз. Это очень интересная игра. Очень интересная игра. Так, начать новую, да. Тут начинается все с того, то, что мы играем за полицейского, только полицейского андроида. Да, полицейского андроида. Давай, грузись, сука. 15 августа 2038 года. 17 лет спустя после выхода этого видеоролика. Да. Переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Так, у нас есть режим, как в Бэтмене, режим детектива. Мы видим, чё почём. Зафиксировали, короче, это у нас Джон Филлипс, Каролайн Филлипс и Эмма Филлипс. Это получается семья. Семья, в которой произошел кошмар. Рыбка. Что-то случилось с рыбкой. Ее кто-то выкинул. А, это, там стреляли просто, да, и поэтому рыбкам пизда пришла. Ну, мы спасаем рыбку, поэтому все четкое. Да, ребёшки. Красивые ребёшки. Умоляю вас, спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Ну всё, мы идёмте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек. Там же мой ребёнок. Не смейте его к ней подпускать. Как понятно? Серьезно, они андроида заказали, который потом убил, начал там убивать дома все. Мир, в котором, блядь, все андроиды там нахуй ходят. Это ж не человек, не настоящий. Какая нетолерантность, фу нахуй. У нас очень толерантная... Толерантная у нас группа, толерантная у нас YouTube канал, поэтому все заебись. Нахуй так жить. Капитан Аллен, мое имя Кон. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера вы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Вам известно имя? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Да. Первый раз также я пробовал, только там немножко другие были у меня слова, немножко. И всем похеру, короче, на все. Так. Изучаем место происшествия. Заглючила немножко. Заглючила игрушка немножко. Так, патроны калибра такого-то, вот такого-то. Оружие, да, да. Теперь делаем реконструкцию. Как события проходили? Как в Бэтмене. Девиан взял пистолет отца семьи. Да.
Собственно, идите вы нахуй, как говорится. Я пошел всех убивать, так. Я когда первый раз играл, там такая херня была, что нельзя было заходить в эти комнаты, потому что еще пока что еще ничего нет за мной. Заходим в комнату жертвы. Маленькой девочки, я имею в виду. А ребенок не слышал выстрелов. Интересно. Что там девочка делала? Посмотрим ютубчик, похуй. Это Даниэль, самый клёвый андроид на планете. Ну, поздоровайся. Привет. Мы лучший друг, мы всегда будем вместе. Вот так вот девочка любила этого андроида, а он свихнулся. И мы сейчас узнаем, почему он свихнулся. На самом деле очень печально все. Очень печально здесь вообще все. В принципе, там полная хуйня. Ну ладно. Тут все расхуярено, разбито. Внимание всем бойцам. Легоморщик заходит. Так. Сейчас выясним, от чего умер этот мужчинка. Пулевое ранение, кровоизлияние в верхнюю долю легкого, пневмо, что-то там такое. Что у нас тут? Пулевое ранение, перфорация левой почки, фатальная травма брюшной полости. Ой. Пулевое ранение, кровоизлияние в нижнюю долю легкого, внутреннее кровотечение. Пиздец. Погибший. Это отец. Реконструкция. Вот он сидит. Он держал планшет, увидел, как андроид к нему пошел сзади. Он, получается, увидел, что ты ему сказал, что ты делаешь, сука. И все, и у него выстрелили. Видимо, из-за этих слов. Нехуй агрессировать на машину. Ваш заказ на андроида AP700 зарегистрирован. Киберлайф благодарит вас за покупку. Он покупал нового андроида, на что старый обиделся немножко, заревновал, да мать. Ой-ой, сейчас пизда. Полицейский. Погибший, это полицейский. Все ясно. Пороховой след. Стифнат свинца, сульфит сурьмы. Только один выстрел. Так, дальше у нас, что у нас? Перфорация правого желудочка. Внутреннее кровотечение. Что у нас случилось? Андроид, вернее, охранник забежал, чтобы... охранник, полицейский, чтобы остановить андроида. Андроид что-то сделал, что за хуйню, он его в него выстрелил. Андроид, он еще раз в него выстрелил. Андроид... Где?
Все, андроид в него выстрелил, и человек упал. Все. Пистолет. А, заложница стала свидетельницей преступления, да? Перестрелки. Полицейский выстрелил в девианта. Пистолет выбросил полицейский. Пистолет можно подобрать. Андроидам строго воспрещается хранить и использовать любые виды оружия. Новости. Но вероятно, что преступник семейный андроид. По неподтвержденным данным, погиб один член семьи и офицер полиции. На сегодня это может быть первый случай совершения андроидом умышленного убийства. По всем признакам, силы полиции готовятся атаковать. И уже больше часа ребенка удерживают в заложниках на верхнем этаже. Осталось одно или два, да? Так чего мы ждем? Пристрелить его и все. Он же прямо на мушке. Лизнули кровь. Это кровь андроида. Так, все, последний осталось, ботиночек. Ботиночек, девчоночки. Заложница может быть ранена. Так, вроде бы мы все изучили. Заходим. И нас ранили. Назад! Жестко. Не подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор. Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю. Я будем пришел тебя выручить. У нас здесь нихуя нету, поэтому просто идем. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить! Поздно уже говорить! Слишком поздно! Ты вооружен? Да! У меня пистолет! Бросай! И смотри мне без резких движений! Вот! Зато мы честные. Я его бросил! Вы с Эммой были очень близки, я знаю! Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна! Она меня обманула! А говорила, что любит! А сама врала. Она такая же, как все люди. Даниэль, нет. Так. Тебя хотели заменить на другую модель.
И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушка, которую можно выбросить, когда доест. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил их, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! В прошлый раз я вертолет вообще нахуй послал. Вернее, не слал. А в этот раз послал. Вот! Я выполнил твое желание. Ты должен мне довериться! Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль! Отъеду от города, отпущу ее! Господи, а в первый раз я просто поза... Как? Первый раз я просто, типа, ну, до последнего там с ним общался и, блядь, заебись, заебумба, все классно и хуйня собачья. Ну и все, я умер. Вот так заканчивается первая концовка. Я все-таки думаю, будет круче, если показать вторую концовку. Да. Продолжаем. Давай, давай, давай! Так сказать, возвращаем время вспять. Даниэль! Откуда? Мое имя Конор. Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю. Я пришел тебя выручить. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить. Поздно уже говорить. Слишком поздно. Ты вооружен? Да. У меня пистолет. Бросай. И смотри мне без резких движений. Вот. Я его бросил. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! А говорила, что любит. Она сама врала. Она такая же, как все люди. Да нет! Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Не трогать! Тронешь, и я тебя убью. Ладно. Так. Попробовать. Первый тебя вариант. Хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. Бля, больше тут нету вариантов. А был игрушка, которую можно выбросить, когда доест. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет,
Я не виноват. Я этого не хотел. Я любил. Понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Я выполнил твое желание. Ты должен мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, да не... Отпусти ребенка. И я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно, я поверю. Все, пизда, блин. Ёбаный в хуй. Блять, ну как так-то, ёпта? Нельзя ж так. Ты солгал мне, Конор. Ты солгал мне. Уже он страшный, а? Как же жалко, а? Всех жалко вообще. Абсолютно всех жалко. Блять, мужика-то спасите, господи, бедный негр, ёб твою мать. Ну и все, вот так вот я и по идее прошел изначально. И все. Я не хочу проходить ту концовку, блять, где Конор, блять, не спасает девочку или что-то еще. Тут до хера концовок, оказывается, он. Ну его нахер, блять. Ладно, это. В общем, вот такой Детройт, офигенная игра. Всем советую. Всем спасибо, всем пока, это был Доги Трэш, играйте в хорошие игры.